На Красноводском нефтеперерабатывающем заводе заканчивается строительство установки каталитического крекинга. Новое производство по своей мощности равно целому заводу. С опережением графика трудится бригада Артекмаряда Халилова. Строители и монтажники в честь 50-летия октября взяли обязательство завершить все работы досрочно. На флагмане нефтеперерабатывающей промышленности Средней Азии в течение 5 лет будет построено 11 технологических установок.